Всем привет-привет! С вами я, Bonoxy7.00, и сегодня я поиграю на сервере Your Right Commander Mister. Ну что, погнали! Ну и вот наша первая карта, и что, погнали! Я житель. Вот, да, всё. Эй, чувак, я свой. Ну вот, зелье скорости, я не нужны золото, но здесь где-то маньяк. Может, ты маньяк? А? Слушай, ты не маньяк? Нет, ты не маньяк, слушай. Я тебе буду доверять. Чувак, давай мы вместе друг друга убиваем. Ок, колбаса, колбаса. Пока это подозрительная колбаса, я бы сказала. Ну ты не маньяк. А? Ты меня убил, потому что здесь никого. Ну чувак. Итак, тот золото собирает. Да, я. Мирный житель, чувак. Здорово. Так, я собираю золото, все себе. Да. Ой. А вот ты, кажется, маньяк. Кто здесь маньяк? Ну вот, пока мы думаем, кто его знает, кто в натуре. Вот он может прямо сейчас вот здесь, вот если у меня будет. Кто его знает, честно? Вот, зато я здесь. Что здесь? Лесенка, блин. Давайте мы пропаркурим вот сюда, вот. Вот сюда. Ну ладно. И здесь можно поставить. Короче, будем ожидать. Да. Я думаю, что... Ну, я не знаю. Кажется, они здесь меня не найдут. Вот и все. Да. Командер Мистер, это нормальное место. Давайте мы даже будем вот так вот наблюдать за ними. Так. Угу. Там какая-то девочка стоит. Девочка, слушай. А ты случайно не маньяк? Вот скажи мне. Эй. Вы меня... А нет, там немного видно меня. Ну ладно, все равно. Меня найдут. Угу, там никого нету, а вот она может меня найти. Вот ты, я не знаю, кто ты. Вот, так что, еще времени много, мы здесь постоим, да, да, чуваки, да. Да, да, ребятки, вот прямо сейчас можно поставить лайк, потому что это, я точно выиграю, да, так что ставьте лайк. Да. Так. Девочка бежит, но не знает, что я здесь. Ну, я не знаю, кто мне, честно. Я не знаю. Погиб. Ред Тигр. Где-то маньяк уже кого-то убивает. Давайте мы немного высунемся. Я выиграл. Убийца Эмма, детектив Саня. Ну, короче, да, я выиграл все равно. Ага. Давайте следующую игру сыграем. Угу. И вот у меня запустилась игра, и я житель снова же. Да. Вот так. Вот здесь вот прямо можно спрятаться, да? Не, это плохое место. Маньяк побежит, а здесь никого нету. Так, это зелье скорости за одно золото. Можно, конечно, прикупить. Да, но нужно найти какое-то золото. Вот на этой карте. Так. Кстати, я же думаю, что... Я знаю, кто маньяк. Это девочка. Это девочка. Я знаю, кто маньяк. Бежим. Бежим, это маньяк. Это ты маньяк? Это ты маньяк? Чё? Маньяков я не люблю, нужно. А это стреля тоже скорости. Эй, чувак, ну, конечно. Кто тебя ударит? Да ну блин. О, золото. Он бегает, маньяк. Я бежал от этого места, потому что здесь маньяк. Зелье уже используется. Да ну. А вот у кого оно? У этого чувака.
Да. Может маньяк выпить зельку и зайти все. Тут вам весь маньяк. Да-да. Я его знаю. Ну, мы все равно выиграем. Я это знаю. Вот. Потому что мирным жителям быть очень просто. Опа. Кого-то уже здесь убили. Да. У! Скорость. У меня есть зелье скорости. Так, маньяк, маньяк, маньяк. Он там был, я знаю это. Угу. Так, на сколько минут? Не написано, на сколько минут действует скорость. Ну и ладно. Нужно ты мне... А вот, 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 здесь вот как-то маньяк. Маньяк-то. Все. Ну, я и раньше знал, конечно. Но... Вот. Все равно как-то. Да, маньяк, маньяк, маньяк. Маньяк, я тебя не боюсь, слышишь? Ну, конечно, боюсь, но ладно. Я, если что, выпью зельку скорости, я тебя убежу. А ты мне ничего не сделаешь, да. О, лук подобрали, ну, я не люблю подбирать лук, кстати. Маньяк побежал, а я, опля, золото. Золота нету. Еще одно золото. И бегом вот сюда вот. Вот, не сюда. Ну, вот там вот золото. Ищейка, лук, я от лука буду бежать наоборот, так что да, мне нужно луки стрелой, я туда не буду бегать, бежать, я знаю, кто убийца, мне этого хватит, честно, можно, я сам остался, ребята, я сам остался, все, придется мне самому играть, ну как так? Меня может сейчас найти по-быстрому маньяк. Нужно быстрее найти себя нормально. Не стану убивать. Ага, я тебя знаю. Дура. Дура ты, Маша. Да. Опа. Вот она. Маша. А, ну хотя... Слышь ты! Бежим отсюда, а? Бежим! Бежим! Все, не бежим. Угу. Блин, Маша! Валим. Бежим, бежим, бежим. У меня сейчас будет лук. Я тебя пристрелю. Эй, дай лук. Что? Что за? Фух. Давайте сыграем еще одну игру. И на этом, наверное, достаточно. Но все равно, ну как это так? Ну вот, блин, ну как так можно было? Она какая-то читерка. Вот, да. Я только нашел лука, а она уже... Я убийца. Всем капец. Я убийца, ля-ля-ля-ля. Я мирный житель, там все такое, да. Ну да, типа такого. На самом деле, я убийца. Кто первый ко мне подойдет? За тобой кто не смотрит, да? Ну тебя, я тебя убью. А, убийца, нет. Кого-то убили. Вот, ребят, кого-то убили, ребят. Валим. Типа, не мы убили. А на самом деле, что за? Черт. Черт. Он узнал. Как так? Вот тебя я точно убил. Привет. Как? Ну, блин. Бебе. Ну, и, конечно, и да. Как так? Что за... Он подобрал лук. Откуда у тебя так много... Откуда у тебя так много... Золота? Ты чё? Через какую-то читерскую программу залез?
Открыть платформу. Вот, вот это. Ну, вот такой вот, короче, игра, да. Если вам понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Дэн2700, да. Всем удачи и всем пока.